Всем привет! Сегодня у нас разгар октября, уже ближе к середине. А погода отличная, 28 градусов в тени. Дождя сегодня нет, чистое небо. И мы с вами находимся в отеле IC Residence. Это соседний отель с IC Green. IC Green находится вон там. Можно сказать, что это смежный отель. Здесь находится зона вилл, бунгало. Более спокойно, ну, слышите, даже кроме фонтана звуков никаких здесь нету. Сейчас мы с вами пройдемся по этой территории, посмотрим их ресторан, бар и зайдем на пляж. Так, посмотрим немножко территорию. Все зеленое, газоны красивые. Эта зона реально для релакса, где можно тихо отдыхать. Здесь никто тебе не мешает. Хочу сказать, что гости IC Residence могут полностью пользоваться всей территорией, едой и барами зоны IC Green. Но с IC Green вы не можете этой территорией пользоваться, потому что это частная территория для тех, кто отдыхает именно здесь. Гольф-кары, которые могут вас довести с одной точки до другой, если вам лень до IC Green, потому что территория получается не маленькая суммарно, вы можете заказать машинку и вас туда отвезут. Сейчас время 12 часов дня. Я решила просто показать вам именно в это время эту территорию. Как здесь тихо, спокойно даже в это время. Что у нас тут? Это просто лобби, да? Ресепшн. Так, здесь можно места где посидеть. А тут работает sales management. Как раз таки, кто продает этот отель. Очень тихо, прям, знаете, релакс такой на территории. Не потому, что здесь мало людей отдыхает, а потому, что именно эта часть рассчитана на небольшое количество людей. Чтобы вы могли в тишине, уюте здесь отдохнуть. Есть свой бассейн. IC Green находится вот через забор, но забор формально он такой небольшой. Как бы разграничивать территорию. По факту есть выходы разные, вы можете прийти сюда. Бассейн, никого тут нету. Но лежаки... А, вода свеженькая. Вообще как-то последняя непогода немножечко изменилась и прям свежо стало. Лежаки тоже кем-то заняты. Ни одного человека здесь нет, наверное, потому что начался обед. Сейчас мы с вами пройдем мимо ресторана. Много дорожек, можно спокойно гулять с колясками. Вдыхать запах сосен. Мне нравится эта территория для прогулок. Ну, если вдруг решитесь прогуляться с IC Green, вас никто не выгонит. Я думаю, главное соблюдать тишину и покой. Такой красивый ресторан с потолками. Так, посмотрим, по какому принципу. Да, здесь тоже шведский стол. Есть своя линия, готовится вот к обеду. И мягкие диваны накрывают ресторан. Здесь пахнет еда очень вкусно. Мягкие диваны, тенечки, все. В жару вам точно будет здесь комфортно. Такая погода в Турции сейчас, когда ты в теньке, тебе хорошо. А когда выходишь на солнце, просто пекло. Но вы также можете пойти в основной ресторан, вы можете пойти в... Коротко расскажу, что есть на той территории. Есть шведская линия большая в IC Green. Есть снэк-бар по меню, очень вкусный салат с красной рыбой, авокадо. Горячее основное, есть красная рыба с пюре и со спаржей. Это прям просто настолько вкусно. Этот отель про то, что здесь есть красная рыба. Здесь есть какие-то блюда от шеф-повара. Каждый прием пищи есть такое место, где с утра продают тосты с авокадо, сверху красная рыба, яйцо пашот с каким-то соусом еще яичным покрыто, просто. И потом на обед я зашла в снэк-бар, думала, ну снэк-бар. Заказала, смотрю, салат с зеленью, с соусом, тоже авокадо и красная рыба. Ну это кто любит красную рыбу. Так, здесь свое спа есть, Лилиум спа. Также еще есть один снэк-бар на пляже. Сильно-сильно тихо, как во всем Residence. На пляже еще один есть снэк-бар. Там подают картошку кумпир, так называемую, с разными начинками. Есть гюслиме, вафли в определенное время. Все работает разное время, до 6 часов вечера получается. Можно найти еду. До 5 дня в
лобби есть, в центральном лобби Айсигрина есть закуски, сладкое, макароны и бутерброды, сэндвичи с разными начинками. Там и рыба красная, и мясо, курица есть. Поэтому голодными, в принципе, не будете. Единственный перерыв, когда нет еды, это час с 6 до 7 вечера. Ужин начинается в 7. Вот мы с вами идем по территории. Небольшие отголоски Айсигрина. Сейчас дневная активность. И здесь ремонтируют виллы. Кому-то скоро будет красиво, свежо. Да, нам пока небольшой дискомфорт, что мы это слышим, но здесь есть свои бассейны. Тут виллы разного уровня. Вот такой забор нас окружает, чисто формальный. Разграничить территорию с зеленью. Думаю, когда все зарастет, будет еще особенно красиво. Слева находится основной бассейн. Здесь спортивная площадка, где происходят разные активности, йоги, джампинги и прочее. Да, там какую-то большую виллу чинят. Наверное, не очень приятно слушать. Сегодня идеальная погода просто. Радует в этом отеле. Пляж мы с вами увидим. Песок чистый. Так, слева сцена. И вот видите, выход есть на территорию. Здесь нет ни охраны, ничего. Просто, в принципе, если хотите, вы можете прийти сюда погулять в тишине. И вот выход на сцену. Вечером здесь происходит 21:00 шоу каждый день. Вчера был Октоберфест на летней лужайке. Какие-то гольф-поля здесь. Есть искусственные пруды по территории. Немножко минуты тишины. Посмотрите, насладиться территорией. Ну, а пользуясь минутой тишины, хочу сообщить, что каждую субботу в 16:00 по Москве у нас происходит с Антоном стрим. Алкострим, так называемый, где мы обсуждаем разные темы. Антон поет песни. Вот, ну и зачастую у нас просто весело. Два стрима Антон провел без меня. На один я подключалась, вчера не подключалась. Но в следующем стриме вернусь. И будем уже вместе снимать. Здесь обычно были фонтаны. Но в этот раз их нет. Вот такие виллы тоже есть. И здесь обычно работали вот эти фонтаны. Прям шумели. Может, уже время обеда, просто их выключили. Можете снять здесь такую виллу со своими лежаками, со своим прудом. Ну и можно сказать, что с тишиной со своей. Мы с вами подходим к пляжу. Это не все виллы, которые здесь есть. Там есть еще виллы на территории. Но поскольку слишком долгие переходы, мы с вами туда не пойдем. Да, лялька маленькая. Пойдем посмотрим пляж. Такая прикольная голубая вода и есть мостик. Посмотрите. Я не знаю, там, видимо, дно какое-то голубое, но выглядит очень красиво. На часы пишут записать тренировку 1 километр. Видимо, сильно быстро иду. И вот там получается пляж Айсигрина, а это пляж Айсигрина. И все люди, которые здесь проживают на территории на данный момент, я думаю, сейчас находятся на пляже. Здесь есть такие кабаны индивидуальные. Люди, которые живут в виллах, у них есть свои такие лежаки. Но вы также можете пользоваться и территорией Айсигрина, и тут есть багистейшн. Можно вызвать. Да, полотенце можно брать. А здесь вообще карточная система полотенец, но на самом деле она как таковая не работает, потому что часто никого нет, а ты кладешь сам карточки, сам берешь полотенце. Так, мы пришли с нами в бар, и тут же какие-то есть перекусы. Что тут есть? Сютла, сладости, что-то типа кондитерской небольшой. Также можно фрукты. И что-то тут готовят. Время еще обед не наступило, совсем скоро будет. И тут бар. В баре примерно то же самое, что и в основном Айсигрине находится.
здесь молочинки поесть. Таких много кабанов рядышком. Можете в них отдыхать. Здесь диван в теньке, свой столик, холодильник и лежаки на фоне. Такая более спокойная атмосфера. Но если вам нужен пирс, то пирс вот там. Там находится территория Айси Грин. Сейчас дойду до моря, покажу вам вход в море. Так, у нас пляж песчаный, с камушками. И с правой стороны Кемеровские горы. Очень красивый вид. Там отели Лары все находятся. Половину из них мы были, и обзор этих отелей есть у нас на канале. Приходит такой мелкий песок. Очень приятный. Он такой же был у нас в Белеке. Ну и вход моря, это песок. Море уже такое бодрящее. И мелкая галька очень большая есть. А кому нужен пирс, он находится вон там. Надеюсь, вам это видео было полезно. Вы можете жить здесь, в резиденции, и пользоваться полностью территорией Айси Грина. Суммарно это получается очень большой отель. Вот. Пишите комментарии. Пишите, были ли вы здесь, где вам больше нравится, в резиденции или в Айси Грине. Ставьте лайки. Я вот нашла, где черепашки откладывают яйца. Обычно это в Белеке происходит. В Ларе я вижу первый раз. Всем пока-пока!